Сотрудники лесной охраны выехали в СНТ округа в профилактический рейд, чтобы предотвратить нарушение правил пожарной безопасности в лесах. Здравствуйте. Здравствуйте. Они обратились к жителям с просьбой быть особенно внимательными в пожароопасный период, начавшийся в регионе 1 апреля. Главное требование – не разжигать костров. Задача со звездочкой – объяснить, что травяной пал – опасная и неразумная традиция, которая может обернуться настоящим стихийным бедствием. В первую очередь проверяем тех, у которых в том году или в позапрошлые годы перекинулся пожар на землю лесного фонда. Сейчас вот стоим сзади смежника, у которого есть общие границы с землями лесного фонда, и, следовательно, нам нужно это проверить. Убрана у него либо нет сухая травянистая растительность. Лесная охрана не дремлет, но и каждому из нас нужно быть бдительными. Если вы заметили лесной или травяной пожар, обязательно сообщите об этом по номеру 112. Виктория Мельник, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.